чтобы понимали, Рана Карпа одна из самых выдающихся мастеров, вообще мастериц, мастеров украинского слова. И тем не менее, будем ее вот так вот сейчас издеваться над Иреной и будем заставлять ее говорить языком врага, увы. Ирена, вы сейчас находитесь во Франции, правильно? Да, да, я сейчас в Франции. И сразу скажу про то, что русский язык, который существует в Украине, это русский язык только лексически, грамматически, фонетически, это вариант украинского языка. Поэтому украинские русскоязычные люди могут выговаривать слова-пароли, а вот русские не могут. Так вот мы всех и вычисляем. Вот. Ну да, я сейчас в Париже 100%. И попробую говорить на русском, хотя, конечно, очень редко у меня это случается. Намного чаще я говорю на французском и на английском. Но все-таки есть шанс достучаться до людей, у которых осталась совесть, и есть какое-то чувство ответственности и просто человеческие чувства, поэтому мы, конечно, будем делать все для того, чтобы то, что осталось гуманного в той части русского народа, чтобы оно услышало то, о чем мы говорим. Ирена, вы, наверное, следите, если не ошибаюсь, за выборами, которые проходят, в том числе сегодня, да, идут выборы во Франции на пост президента. Я правильно понимаю? Так, вот сейчас я вообще ничего не услышала. А я говорю про президентские выборы во Франции. Они идут сейчас, правильно? Сегодня прямо идут выборы на пост президента. Слышно было меня? Алло. Да, да, прямо сейчас. Первый тур сегодня президентских выборов. Многие пугают. Высокий рейтинг правых, но это абсолютно обычное дело здесь. Главное, чтобы Макрон прошел во второй тур, и тогда уже во втором победит. То есть понятно, что есть старая подружка Путина Марин Ле Пен с очень странным своим популистским, популистским обычным дискурсом о том, что не надо помогать Украине оружием, потому что ты войну так не остановишь, то есть еще какие-то такое все. Расисты, ксенофобы, то есть люди, которые недалекие, люди дремучие, они голосуют, конечно же, за Ле Пен. Все остальные люди, у которых как-то присутствует критическое мышление, они не голосуют за Ле Пен. Ну, то есть, а какую роль играет вообще ситуация, война в Украине в этих выборах? Ну, прерывается, на чем ты ведешь? Ирена, какую роль играет война в Украине вот в этих выборах? Да. Ключевая роль ситуации в Украине, в Франции, потому что каждого неоднократно, что он об этом думает, его позицию, да, и даже самый упоротый правый Эрик Зимур сказал, что да, Путин как-то плохо показывает лицо своей страны в последнее время, опозорил Путин Россию, то есть даже вот самый упоротый кандидат, который в 17 году кричал здесь, что Россия Путин, даже он вот как-то пытается коррелировать с общественным мнением, потому что французы очень ярко выражаются против войны, они огромным восторгом вообще относятся к тому, как сражается Украина, какое, то есть они это называют резистанс, да, то есть это движение сопротивления, которое было во Франции. И, кстати, вот если я говорю тем русским, у которых есть совесть, вами тоже восхищаются теми людьми, у которых есть яйца выходить на протесты, которые не боятся арестов, которые не боятся публично высказываться. Это единственный вот этот вот процент россиян, которые как-то заслуживают еще хорошего к себе отношения. С остальных, с этих всех куриц, которые там режут сумки Шанель, с блогерш вот этих вот ваших, которые там все были за права человека, но куда-то исчезли, когда вообще мы говорим о смертях детей, о насилии над женщинами. То есть, поверьте, это все видят, и это все, очень... Я думаю, что имидж России постраждал навсегда, и то есть остался маленький шанс, мне кажется, у людей, у которых есть совесть, это как-то просто четко очень выражать свою позицию, все-таки выходить на протесты, сваливать из этой ужасной страны, в которой не будет свободы, если не восстанет весь народ. Он, к сожалению, не восстанет, потому что у русской интеллигенции нету такого влияния, как есть у украинской, да, мы за собой можем вести народ. К сожалению, в России такого нет, да, и то есть главное, вообще главное, что вы, главный
кроме тех прямых злодеяний, которые творят ваши солдаты, которые потом крадут трусы, блин, из стиралки, главное злодеяние – это молчать и быть равнодушным. Да? Ваш же классик сказал, бойтесь равнодушных, потому что именно с их молчаливого согласия совершаются все самые страшные предательства и убийства в мире. Поэтому, ребята, выбирайте, вы как бы с какой вы стороны. Я верю, что остается что-то человеческое, и главное не бояться, потому что это тоже, опять же, ваш писатель Булгаков сказал, что 11-я, да, заповедь Христа была «не бойся», а вот вы, к сожалению, боитесь в большинстве своем. Из-за этого существуют все эти предательства и ужасы, и насилие, и смерть, которую несет сейчас Россия. Моей стране. Ирена, вы в недавнем интервью буквально 3 апреля вы сказали, что французы, так, вот, я бачу, французы что помогают. Я бачу, але не чую. Бачу, что сейчас да, покажу. Да, вот, давайте сейчас я поговорю. Слышно, да, уже? Слышно? Да, я почула слово французы. Да, да, французы, вот как они помогают Украине, прикрывая спины россиян. То есть вы были недовольны вот позицией, в том числе экспертов на телевидении и так далее. Можете расшифровать, в чем был смысл вашего недовольства? Я не почула питання, я не услышала вопрос. Да. Вопрос в том, что вы недавно говорили про французских экспертов, которые как бы выражают поддержку Украине и тем не менее прикрывают спины россиян. Не, я слышу, я опять, не, очень прерывается. Я, наверное, вы говорили о том, что эксперты, когда вышла женщина из студии, она говорила, что она не хочет, чтобы, ну, чтобы русский народ исключали из переговоров. Об этом да, вопрос. Я про это спрашиваю. Да. То есть получается, что она онлайн, ну, когда шел эфир, она вот позицию свою гражданскую, которая коррелируется, да, с позицией гражданского общества во Франции, а потом выходит и все-таки ищет, вот надежда в них тлеет на этих хороших русских, которые где-то как-то, наверное, против войны в глубине своей души. Ну, таких очень мало, да, то есть это просто женщина, у которой есть друзья в России, какие-то хорошие, и она по них, вот этих вот там 5 каких-то людях, хочет, конечно же, сделать картинку всей страны. У меня тоже были друзья в России, они давно уже просто не в России, занимаются как раз правами человека, адвокатируют русских, российских, вернее, боже, political prisoners, сейчас политзаключенных. Но, к сожалению, вся Россия — это не вот эти вот мои друзья, которые очень много лет, еще задолго до Майдана, были антипутинскими, да. Поэтому есть вот такое свойство ошибаться. И таким людям я повторяю о проценте поддержки России в России Путина, всего того, что происходит. Вы, наверное, тоже видели кадры из Прибалтики, когда эти какие-то бабушки вырывали флаг Украины у гражданина, где это было, не вспомню сейчас, да, который протестовал против войны. То есть это очень страшно, когда на уровне массового сознания происходит оправдание убийств, смерти какой-то своим вот этим вот мессианством и русским миром. Ваш русский мир закончился в Буче и Верпине, да, убийствами детей, изнасилованиями несовершеннолетних девочек, убийством даже животных, господи, сожжением коней, лошадей. Это все, поверьте, мир об этом знает, и эксперты об этом знают, и не осталось, мне кажется, уже никого с мозгами в этом мире, кто бы как-то безоговорочно сейчас поддерживал Россию. Осталось только проснуться той части русских, у которых не все потеряно, и что-то поменять, потому что вам потом с этим жить, ребята, вам, вашим детям, вашим внукам, вы будете очень долго отгребать, если вы ничего не будете делать, вам потом будет очень стыдно жить. Вот сделайте что-то, чтобы вот лично вам как-то из эгоистического какого-то соображения не было так стыдно, да, выражайте свою позицию, говорите с другими, не будьте вы такими вот лохами запуганными, ну это же стыдно, это просто бесконечно стыдно. Ирена, почему Путину так не имется Украина? Это почему Российская Федерация столько лет вот не может успокоиться и дать Украине жить и развиваться? А потому что мы свободны. Потому что когда человек мечтает, что все вокруг рабы и видит под носом пример того, что страна, которая тоже была и под Российской империей, и под Совком, и вот эти вот все какие-то жалкие попытки там русских царей истребить украинских казаков, да, то есть это все были попытки истребить нашу свободу. Когда люди, ну, человек-тиран видит, что кто-то рядом свободный, строит что-то свое, еще и хорошо живет, потому что, посмотрите,
точки зрения обычного этого русского Ивана, то, что они увидели какую-то несчастную нутеллу на столе украинских крестьян, это «О, как богато живут!», то, что они крадут стиралки, это просто все такое божество, материальное и моральное. То есть, когда страна очень плохо живет, ее можно кормить патриотическими байками, что происходит с Россией. И, конечно же, мы – это такое, как красная тряпка с нашим выбором цивилизации, выбором быть свободными, того, чтобы наши дети как-то, не знаю, были открыты к миру, не только к этой горстке богатых, да, которая была в России, приближенная к government, господи, к этому, к правительству, да, люди, которые на коррупции поднимали деньги, куда-то ездили, эти безмозглые блогеры, эти курицы, это все ужасные, а просто все обычные люди, middle class, который мог уже себя отлично чувствовать в Украине, да, это, конечно же, не давало никому спать, надо истребить, показать, что они были неправы. И это все оборачивается трагедией, но все, что о нас говорит мир сейчас, Украина победила уже, в долгосрочной перспективе мы победили, мир видит наше лицо, мир видит лицо России, которая сама себе сейчас плюет в это лицо, и, не знаю, мне кажется, дело каждого гражданина, если кто-то меня сейчас слышит, это делать этот каждодневный выбор, потому что это не выбор солдат, это не выбор командования Путина, убивать детей или нет, это отдельный солдат, который нажимает на отдельный курок, да, и точно так же каждый гражданин тоже себе должен отвечать на этот вечный русский вопрос, тварь я дрожащая или право имею, да, к сожалению, большинство выбирает быть тварью дрожащей, но потом уже надо выбрать, хочешь ты быть с большинством, которое способствует насилию, убийствам и тирании, либо ты хочешь быть одним в поле воином, но который будет потом гордиться, которым будут гордиться его внуки. Ирена, знаете, чувство немножко вины, вы в прекрасной форме, учитывая, что все это время, друзья, вы видите, Ирена держит на расстоянии вытянутой руки телефон, иногда чередуют руки, и вот, не знаю, это подтверждается снимками, какие-то русские блогеры нашли вас, обвинили вас во всеобщем желто-голубом психозе, где вы сфотографировались в желто-блакитном купальнике, вы, возможно, видели, и все лицезреют, вот, в виде вас увидели проявление такого психоза, хотя вы просто вот одели желто-синий купальник, это прекрасные цвета, которые полюбил весь мир, друзья. И, как бы, Ирена здесь в хорошей компании. Ирена, хорошо, тогда что эта война для украинцев? Понятно, что это освободительная война и так далее, но я имею в виду в контексте нашей истории вот последних 30 лет. Считаете ли это решающим сейчас шагом для настоящей уже независимости, суверенитета, для отстраивания уже полноценной страны с полноценной identity, не знаю даже как по-русски, идентичностью? Да у нас все нормально с идентичностью у украинцев, да, я думаю, что как-то парадоксальным образом эта война только сыграла на руку нашей, только стала русскоязычной частью Украины, не есть прорусской, это нереальные патриоты, люди, которые показали Путину большой вот факт, не надо их освобождать, то, что они говорят на диалекте украинского языка, который вроде называется русский, да, не знаю. Украина просто объединена как никогда. Очень всем понятно, что нация у нас политическая, а не этническая, да, потому что это и украинцы, и крымские татары, и люди, у которых этническое русское происхождение, но которые сейчас борются с нами. У нас даже два белорусских батальона. Ребята, если вы не слышали, если русские сейчас слышат. Поэтому мне кажется, что мы сплочены как никогда, и мы выйдем из этой войны, мы станем еще сильнее, мы отстроимся. И все у нас будет хорошо, да, поэтому вот что будет уже с русскими, это, конечно, им надо как-то решать побыстрее, потому что время играет абсолютно не на них. Да, Ирина, скажите, такое тогда, вы, вот про вас и про ваших братьев и сестер по писательскому цеху, слышите, за последние полтора месяца вы видите какие-то, то есть, всплеск там в литературе, в искусстве, в том числе и расскажите, что вы сейчас пишете, как повлияло на ваше творчество война? Я сейчас очень много говорю с прессой, с телевидением. Мне вот во время войны я не могу сказать, что я занималась творчеством, помимо написания нескольких статей для иностранной прессы, да. Но есть заказы для социологии, где хотят сейчас войну, и, конечно, я буду об этом говорить. Есть тоже заказ на новый сценарий, мы будем
беженках украинских. Это даже будет весело, потому что умудряются смеяться, делать мемы даже в самые какие-то тяжелые времена. Смех всегда нам побеждает страх, помогает побеждать страх. Так что соберу себя в кучу и буду все-таки писать тоже, потому что сейчас я занимаюсь тем, что доношу правду, доношу истории людей, да, просто говорю о душах для других душ, да, то есть я не эксперт, я просто, я писатель, да, и поэтому я в коннекте с многими людьми, и мне важна каждая личная история прожитая, и это именно эти истории, которые творят что-то большое. Питер, я сейчас должна с вами попрощаться, потому что у меня 3% батареи, и Ирена, спасибо большое. Это, я обещал, это был последний вопрос. Друзья, Ирена Карпа, писательница. Ирена, merci bien. Прекрасная Ирена Карпа. Я очень надеюсь, что у нас еще получится с вами в будущем пообщаться. Спасибо большое. Мне тоже. Пока. Thank you. Bye.